В Азове открылся новый современный многопрофильный лечебно-диагностический центр Smart Clinic. Приоритетными направлениями деятельности Smart Clinic являются своевременная профилактика, высокоточная диагностика и эффективное лечение. Квалифицированные специалисты владеют современными методами диагностики и терапии. УЗИ – гастроскоп последнего поколения, единственный в городе 12-канальный холтер. Опытные медицинские сестры быстро и безболезненно проведут забор крови, выполнят врачебные назначения. Ждем вас по адресу: улица Васильева, 89. Работаем без выходных. Впервые в городе. Бои ММА такого уровня. 17 сентября. Самое масштабное событие в Азове – площадь Петровская. Третий открытый чемпионат и первенство города, посвященные 955-летию города Азова. Бойцы из разных уголков России сразятся за звание лучшей команды. За главный приз 100 тысяч рублей. Генеральный спонсор мероприятия – Центр смешанных боевых единоборств «Азов Топ Тим» – фитнес-клуб «Скиф». Здравствуйте! Время новостей на Пятом канале. В студии Герман Токарев. О самых важных событиях дня расскажем прямо сейчас. Памятник воинам и мемориальная доска Павлу Никитину появились во дворе профтехучилища номер 45. Газопровод провели. Дороги пришли в негодное состояние. Жители Мичуринца-3 настаивают на восстановлении дорожного покрытия в поселке. 11-й школе предстоит поэтапный ремонт всех потолочных перекрытий. Сегодня на территории профтехучилища номер 45 состоялось открытие памятника воинам, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, и памятной доски выпускнику училища Павлу Никитину, погибшему в апреле 2022 года при выполнении воинского долга. Сегодня во дворе профессионального училища было многолюдно. Ученики азовских школ, а также студенты ПТУ, представители администрации, министерств и депутатского корпуса собрались, чтобы открыть памятник и мемориальную доску герою, воспитаннику училища Павлу Никитину. В церемонии принимали участие его родители. Четыре года назад на территории профессионального училища в такой же торжественной обстановке открывали памятный знак героям Великой Отечественной войны. И никто и предположить не мог, что здесь появится именная мемориальная доска воспитаннику этого училища. Разве могли мы тогда подумать, когда Павел Никитин помогал строить вот этот вот памятный знак, принимал активное участие? Разве могло нам прийти в голову, что рядом мы будем открывать ему мемориальную доску? Павел окончил училище в 2020 году. Также за плечами была школа МЧС. И когда стал вопрос о службе в армии, выбор пал на десантные войска. Служил в Сирии, а затем пошел защищать жителей Донбасса. Он окончил школу, помогал своим односельчанам, помогал на пожаре, помогал тем, кому нужна была помощь. Да, не все было в жизни хорошо, были у нас и трудности, потому что он был обычным мальчишкой, таким же, как и вы все. Но самое главное, мы стремились, чтобы он был добрым к людям, любил родину свою, всегда мог оказать помощь тому, кому она необходима. И я думаю, что у нас получилось. В настоящее время в Ростовской области открыто 18 мемориальных досок в память о воинах, погибших в спецоперации на Украине. До конца года будет открыта еще 31 доска. И вот для того, чтобы мы так могли с вами встречаться, стоять под таким ясным, мирным, солнечным небом, наши ребята порой оставляют жизни, в том числе и в рамках специальной военной операции.
Но я абсолютно уверен, что это все не напрасно. Это большая дорогая цена, которую платит наш народ. Но все это делается, как я сказал, ради сохранения будущей жизни, ради сохранения мира на нашей земле. В завершении митинга к памятнику и мемориальной доске присутствующие возложили цветы. Екатерина Четверякова, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. Прокладка линии газопровода – полезное и для многих очень долгожданное событие, но, как часто это бывает, одно делается, а второе ломается. Состояние автомобильных дорог по переулкам и улицам юго-западной части Азова после земляных работ осталось в ужасном состоянии. Подробности в нашем следующем сюжете. В июне 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет бесплатно доводить газ до границ земельных участков граждан. Активные работы начались и на территории бывшего дачного товарищества «Мичуринец-3». И кто омрачил эту радость? Организация, которая занималась земельными работами. Согласно нормативному акту, глава 13, пункт 230, покрытие, поврежденное в ходе проведения земельных работ, должно быть восстановлено производителем независимо от его типа в срок, указанный в разрешении при строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций и иных объектов в первоначальном объеме и в соответствии с изначальным состоянием территории. Но состояние дорог по факту имеет крайне удручающий вид. Мы неоднократно обращались в администрацию по поводу произведения земельных работ на улицах, переулках юго-западной части города Азова. Это бывшая территория ДНТ «Мичуринец-3», кадастровый квартал 61-45-400-350, о том, что на каком основании, как производится контроль за земельными работами и прочим. У нас буквально недавно получен ответ от прокуратуры, были проверочные мероприятия выполнены, где полностью подтвердилось, что должного контроля департаментом ЖКХ города Азова не выполнялись, то есть контроль не осуществлялся ни до начала работ земельных, ни после окончания земельных работ. Соответственно, вот здесь мы видим, что дорога была защебнена. В разрешении мы не знаем, что там написано, но возможно, как по многим документам мы уже сталкивались, что грунтовое покрытие, но здесь щебенкой полностью засыпано людьми за свои собственные средства. И вот после земельных работ проведения, соответственно, восстановительные работы никто не делает. Контроль, я уверен, что департамент ЖКХ сюда не выезжал и не контролировал. Тем более ответ прокуратуры полностью подтверждает этот момент. Согласно ответу прокуратуры, установлено, что по результатам проведения проверки департамент жилищно-коммунального хозяйства контроль за восстановлением дорожного покрытия осуществил ненадлежащим образом. В связи с чем директору ЖКХ вынесено предписание. На территории бывшего дачного товарищества проживает более 1000 людей. И высока вероятность, что дороги, которые жители отсыпали щебенкой за свой счет, в осенне-зимний период утонут в грязи. Мы уже обращались и к главе администрации, хотим все-таки с ним встретиться персонально, вплоть до того, что он осуществляет объезды города. Но на данную территорию он ни разу не выезжал. Я думаю, для него будет удивительно, что он здесь может увидеть, что есть все-таки дороги с асфальтовым покрытием. Пусть его не до конца еще разбили, но оно еще существует. Щебенчатые дороги, они здесь существуют. И сотрудники департамента ЖКХ, когда выдают разрешение на земельные работы, они как минимум должны выехать на территорию, непосредственно где будут проводиться земельные работы, и, соответственно, убедиться, что здесь грунтовое покрытие, щебенчатое покрытие или асфальтированное покрытие, дабы не разрушать то, что уже создано другими. У нас получается... Кто-то пытается восстановить, отсыпать за свои средства улицы и переулки юго-западной части города Азова. А потом происходит вот то, что мы сейчас видим. Газопровод прокопали, то же самое аналогично по водопроводу прокапывают, делают колодцы с нарушением, которые в последующем колодцы разваливаются. Только что буквально мы были на одном из таких объектов. Водопроводные колодцы прокладываются частной организацией АСК «Сервис», которая после проведения земельных работ по своему направлению также нарушает дорожное покрытие и нормы установки люков. Так, согласно строительным нормам и правилам пункта 6.3.7, люки колодцев должны быть не более чем на 50-70 миллиметров выше поверхности земли. Мы сейчас находимся переулок 18 линейный, непосредственно в районе дома 12.78. И
видим четкое препятствие проезду транспорта, потому что в ночное время здесь никак не освещается, но высота колодца явно с нарушениями, это больше 13 сантиметров, потому что кирпич чуть ниже даже получается, чем выставлен колодец. Ну и, соответственно, в ночное время человек может спотыкнуться, упасть, машина может получить, так сказать, поломки. После проведения таких земляных работ сложности возникают у всех, как у водителей и пешеходов, так и у спецтранспорта, который попросту не может проехать по так называемым дорогам. Людмила Улихина, Ольга Усманова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. Уже с первой недели учебного года учащиеся школы номер 11 столкнулись с непредвиденными неудобствами. Один из этажей образовательного учреждения временно недоступен для проведения уроков. Родители обратились в редакцию телеканала с просьбой прояснить возникшую ситуацию. Первая учебная неделя в каждом образовательном учреждении всегда насыщенная. Для учеников и преподавателей школы номер 11 этот учебный год будет по-особенному сложным. Осенью 2021 года в одном из классов начальной школы произошел обвал штукатурного покрытия потолка, после чего специализированной организацией было проведено визуальное и инструментальное обследование несущих конструкций. В ходе проверки принято решение об облегчении потолочного покрытия. Если для примера говорить, то потолочное перекрытие, слой, который утеплял их, он состоял в основном из вот этой штукатуровой смеси со строительным мусором. Например, на один кубический метр приходилась одна тонна вот этой смеси. Вот, представляете, да? Сегодня проектная организация, которая говорит нам, ну скажем так, о технических решениях, как можно все-таки облегчить вот эту нагрузку, которая давит на потолок. Другой материал, это называется каменная вата. Она, это более современный, тоже теплый материал, легкий. Там, например, нагрузка 38 килограммов на кубический метр. На текущий момент составлен локально-сметный расчет, который проходит государственную экспертизу. Пока говорить о капитальном ремонте рано, несмотря на то, что износ здания уже около 50%. Но страховочные меры, которые предпринимает руководство школы, помогут избежать повторения непредвиденных ситуаций. Мы верим, что нам из губернаторского фонда, из резервного, выделят средства вот на проведение этих мероприятий. Но поскольку пока это все в процессе, но я не могу рисковать как руководитель, да, жизнями взрослых и учащихся. Поэтому было принято решение об ограничении доступа на четвертый этаж. Но прерывать образовательный процесс нельзя, и руководство школы максимально использует все доступные ресурсы для обеспечения качественного обучения. Учебные помещения, которые ранее использовались для групп продленного дня, переоборудовали под полноценные классы. В них появилось все необходимое интерактивное оснащение. Начальная школа, она осталась на своем этаже, третий этаж у нас используется, и используются кабинеты мастерских, где, в принципе, созданы такие же все условия, как и здесь. То есть есть вода, есть свет, тепло, туалетные комнаты, достаточно посадочных мест, все интерактивные сегодня принадлежности, да, это там доски, компьютеры, вот, и так далее. Это, конечно, я так в это верю, что эта мера будет ограниченная в том плане, что по времени. То есть мы все-таки надеемся, что вот эта вся процедура, она не затянется. Но вот сегодня, да, мы немножко в таких стесненных ситуациях. Да, были предложения, например, перевести детей в другие учреждения, но мы как-то решили, что все-таки мы дружные, мы здесь все вместе, мы эту ситуацию переживем. Ремонтные работы коснутся всех потолочных перекрытий с первого по четвертый этаж. И следующим этапом станет подготовка документации капитального ремонта. Екатерина Четверякова, Ольга Усманова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. Всероссийские проверочные работы были перенесены на осень 2022 года из-за ковидных ограничений. И уже с 19 сентября в школах города ученики 5-9 классов покажут свои знания, полученные в прошлом учебном году. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки из-за риска распространения коронавируса перенесла проведение всероссийских проверочных работ в школах с весны на осень.
Согласно приказу Министерства образования Ростовской области, они пройдут в период с 19 сентября по 24 октября с проверкой знаний за прошлый учебный год. В пятых классах ВПР пройдет по программе 4 класса по предметам русский язык, математика, окружающий мир. Соответственно, в шестом классе по программе 5 класса по предметам русский язык, математика, история и биология. В седьмом классе по программе 6 класса по предметам русский язык и математика во всех классах, классах параллели, а в два предмета будет по выбору. Это история, биология, география или обществознание. В восьмом классе пройдут ВПР по программе 7 класса по предметам русский язык, математика, иностранный язык для всех обучающихся параллели и два предмета на основе случайного выбора – история, биология, география, обществознание, либо физика. По иностранному языку обучающиеся будут писать работу по основному, первому изучаемому языку. В девятом классе по программе 8 класса по предметам русский язык, математика для всех обучающихся и два предмета на основе случайного выбора – история, биология, география, обществознание, физика, химия. Распределение предметов по выбору осуществляется федеральным организатором, который оповестит школы о своем решении за неделю до написания работ. Время ВПРов варьируется от 45 до 90 минут в зависимости от класса и сложности заданий. Все образовательные учреждения уже составили рабочие графики. Две школы, первая и третья, уже успели весной этого года провести несколько проверочных работ. Результаты этих работ загружены в систему оценки, и они будут засчитаны осенью этого года. Написание проверочных работ обязательно для всех учащихся. Их результаты показывают качество подготовки. Я желаю нашим учителям терпения, а родителям и деткам удачи в написании всероссийских проверочных работ. Людмила Улихина, Ольга Усманова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 615-54. Будем делать новости вместе. Берегите себя, всего вам доброго и до новых встреч. В пятницу 9 сентября облачно с прояснениями. Температура днем плюс 20-21, ночью плюс 8-13. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду, влажность воздуха 35%. Уровень воды в реке Дон на 1 сантиметр выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 20 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба.